Здравствуйте! На прошлом уроке мы связали нижнюю часть следочек пинетки сапожки. Для этого сейчас мы одну воздушную петлю берем и между петелькой верхней части мы вяжем один столбик без накида по кругу и соединяем соединительной петлей. Сейчас мы уже вяжем к верхней части нашей пинетки сапожки. Для этого на нашем сегодняшнем уроке еще нам пригодятся две цветные ниточки. Соединяем. Теперь вяжем 3 воздушные петли. Теперь мы будем отделять. Это передняя часть, это пяточка. Ложим крючок посередине и считаем от крючка 11 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вдеваем цветную ниточку. И от нее мы считаем 22 петли с ней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. И снова мы отмечаем. Теперь мы вяжем до цветной ниточки столбик с накидом. Так, у меня получилось 9 столбиков с накидом. Убираем цветную ниточку. Теперь будем вязать 2 столбика с общей вершины. Для этого накид делаем. Вводим петельку, не провязывая. Снова накид и во вторую петельку. Теперь 2 вместе соединяем. И соединительная петля с общей вершиной. Теперь один столбик с накидом. Теперь снова 2 столбика с общей вершиной.
Теперь один столбик с накидом. Теперь два столбика с общей вершиной. Один столбик с накидом. Два столбика с общей вершиной. Один столбик с накидом. Теперь два столбика с общей вершиной. И один столбик с накидом. Два столбика с общей вершиной. Один столбик.